Это пара бойцов Панкратион Профивес до 61 килограмма. Давайте поближе познакомимся с бойцами. В синем углу октагона боец из города Нижнекамск, клуб Каджиме, призер Чеченской Республики по ММА. И это его профессиональный дебют. Анзор Зугала! Его соперник – боец в красном углу октагона, представляющий город Казань. Победитель турнира Red City Fight 16. Четырехкратный чемпион статус грапплер. Его профессиональный рекорд 3-3. Встречайте, Камёт Джатада! Итак, покажем правила. Ниже колена удар не наносим, колено тоже. Еще удар не наносим, особенно к плечевому суставу. Работаем по моей команде стоп-бой. Итак, первый раунд. Дайте овации. Поехали. Давай!
Мало. Отвалили, блин! Сядь сверху! Обходи гард! Обходи ноги! Вот! Отвалили! Итак, дамы и господа, первым бою техническим нокаутом победу одержал боец из города Казань Камёт Джатада. Общее фото.